Итак, ребята, вот он, одуванчик, компания Dandelion. Как вы думаете, это поле закрытая территория или открытая? Конечно, открытая, поэтому каждый может стать партнером компании Dandelion, то есть зайти на это поле чудес. Но чудеса здесь могут случиться, смотря, значит, с кем вы будете работать, кто у вас спонсор, как работает команда. Это на удачу. А все остальное надо потрудиться. Итак, 7 видов дохода. Пожалуйста, вот оно, безграничное поле. Значит, первый вид дохода. Смотрим, первый вид дохода. Это за приглашение. Вы получаете от 5 до 20% в зависимости от того, на какой пакет регистрации вы зашли. Или по-простому. Это варианты входа. От одной упаковки до 6 упаковок. Доступно зайти на одну упаковку в компанию, чтобы получить свои возможности для оздоровления. Возможно, естественно. То есть вы будете получать 5% за приглашение своих знакомых. Если у вас будет 6 таких упаковочек на рабочем месте, значит, у вас будет 20%. Это первый вид вознаграждения. Ура! Второй вид вознаграждения – это реферальный бонус. Это уже командный бонус. То есть здесь уже работает вся команда, и вы получаете, значит, за совместный труд вознаграждение. Какое условие у вас должно быть? То есть так как у нас бинар, маркетинг бинарный, значит, у вас должно быть, вы на 2 упаковки зашли, и слева и справа по 2 упаковочки каждый партнер. Тогда вы получаете возможность получать вознаграждение от 8 до 10% от командной работы.